А вот это такой объект интересный, это изобретение Роберто Миньяти, то он сам вот это сделал. Это в плексигласе вот такая работа, тут его авторская подпись есть, она вот с двух сторон. Ее можно разобрать, то есть вот она достается, и он берет каждую вот эту вот краску, которая присутствовала, он ее запаковывает в пищевую пленку и вот составляет такую композицию. Можно открыть и продолжить, то есть вот он говорит о том, что если вы хотите быть соучастником, пожалуйста, вы достаете эту работу, распаковываете эти пленочки и дописываете. Роберто Миньяти – один из самых востребованных художников Италии. Арт-объект в плексигласе – картина плюс палитра. Его изобретение – это одновременно символ законсервированного искусства и познавательный объект. Выставка «Окрошка» – сбор любимых авторов галереи 2517. Здесь и итальянцы вместе с классиком Бруно Карузо, художники ближнего зарубежья, Грузии, Армении. Новое имя для галереи 2517 – Елена Шумахер из Смоленска. Это художница, которая впервые выставляется вот в рамках нашей галереи здесь, в Перми. И мне кажется, она очень интересная, очень самобытна. Она так несколько наследует традицию шагаловской живописи. И не случайно она очень популярна в Витебске, популярна в Париже, вот у нее были выставки. Пермский художественный контекст представляет акварели Аркадия Амирханова, скульптуры Альфиза Сабирова, ностальгические этюды 50-х Виктора Кузина. Они очень передают, вот, причем они тоже летние, как мы все здесь вот пытались создать, да, то есть вот лето, пермское лето 56-го года, да, как выглядело, вот так. Или там, допустим, очень любимые нами вещи молодого автора Максима Титова, с которым мы очень активно работаем в последнее время. Яркие работы художников из Перми, Казани, Санкт-Петербурга, Рима, Тбилиси, Смоленска. Каждый автор – отдельный штрих, а все вместе – яркая летняя окрошка. Выставка в галерее 2517 продлится до 20 августа.